Напередодні Дня перемоги наша телекомпанія завжди спілкувалася з ветеранами Другої світової. І сьогодні, теж буде таке спілкування, хоча я не знаю, про що буде розмова. Мені тяжко об'яснити ветерану війни, що його побратими воюють проти нього. І я знаю, що Микола Дмитрович Рукасуєв, він русський по національності, але ким він зараз себе вважає, зараз узнаємо. Николай Дмитрович, з Днем Победы вас! И я считаю, что то, что вы, ваше поколение сделало, это великая победа. Вот все вместе, все нации, вместе со всей Европой и так далее. Вы помните этот вот День Победы, 9 мая, где вы его встречали? В Берлине. В Берлине? Да. Ага. Насколько я знаю, вы участвовали во взятии Берлина. Да. Да? Вам же было тогда 18 лет, да? Да, 18 лет мне было, когда взяли. Я 18-летний, призвали, начал с Варшавы. С Варшавы. И форсирование Вислы, и начали на войну с Варшавы. И Варшаву, когда уже взяли, освободили, тогда уже было награждение, мне дали медали за освобождение Варшавы. А до Берлина шел. Все пешком. Пешком до Берлина? До Берлина пешком. Так это что? Техники не было. Не было так. Никакой. Ага. Нет, не было техники никакой. Угу. Полный боевой, все, шли до Берлина пешком. Но вы же радовались, что вы идете на Берлин? Это же была мечта всех военнослужащих тогда. Конечно, радовались Берлин, но вообще, уже когда уже прошли Варшаву, угу. Померанию Восточную и прочее, а потом уже к Берлину подходить, тогда уже было желание встретить Берлин, посмотреть, угу. Что такое за Берлин. Да. Это же было интересно да. Всем, я так понимаю. И когда уже объявили войну, угу. Что война закончилась, немцы сдались, значит, как говорится, я даже в Берлине в самом Рейхстаге был. Бабушка? Да. Сама в Рейхстаге был. Я так понимаю, поднимался. Постреляли там по Рейхстагу? Не сама, а на второй этаже ходил, там все. Ага. Потом на стенах мы почти все, кажется, там... Автографы стоят. Солдаты автографы, ага. Да, буквы вырезают со всякими камнями там, или жарьяку найдешь, и начинаешь там выцарапывать свою фамилию, имя, отчество там. А Гитлера там никто не искал? Нет, вы не искали? А Гитлера где найдешь? Все-таки же интересно. Вы уже в Рейхстаге, он там должен был. Мы-то подошли уже все равно, когда вы объявили, война окончилась, тогда ближние части потом подошли. В том числе и мы, где-то квартала два, мы от самого Рейхстага были. Говорил, правее. А потом уже, когда война объявили, что закончилась, потом уже подошли, потом уже началась стрельба, патрончиков там выстрелили, конечно, много. Да. С удовольствием много. Стреляли. Все радовались, конечно. Обнимались, целовались. Там, просто было. И где-то уже приобрели и гармошку, и баян, даже плясали, и все то есть концерт там устроили, да, в честь Дня Победы? День Победы праздновали отдельно. Отдельно? Ведь после войны, когда она закончилась, все это, стали на место, и был парад. Ага. Даже. Там в Берлине был парад? В Берлине. Ага. У Рейхстага. Ага. А вы участвовали в этом параде? Участвовал просто смотреть. Смотрел. Зритель, да. Как зритель. Нет, чаще приезжали. Ну, я понял. Все. А там, значит, и все смотрели вот этот парад. Что вам вообще запомнилось об этой войне? Вот какие самые яркие воспоминания об этой войне у вас остались? Вот что в памяти остается? Понятно, День Победы, ясно. Берлин. Что еще? Было, конечно... Радость, все-таки остались мы живы. Да, конечно. Да.
что живы остались, и остальные мы останутся живы. Михаил Дмитриевич был свидетелем деления Берлина на четыре части между союзниками. Да, там американцы, значит, там, да, французы. Да, 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 да. Да. И советская часть. Советский Союз. Вот, делили, когда они. А потом уже все пошли, вот наша часть, 364-я стрелковая дивизия, мы были не на свою, если так считать, даже земли. Когда разделили, то наша земля оказалась, где стояли американцы. Американцы, когда оттуда стали освобождать, это Магдебург, Беренбург. Там вот это на где я служил, в основном там в Магдебурге. Магдебург, понятно. Да. Ну вообще вы с американцами общались как-то, встречались? С американцами мы только, они выезжали, а мы туда заезжали. Вот понятно. Мы в семье встретились. Они на машинах, а мы тоже на машинах. Мы тоже на машинах, только на грузовых машинах, в кузовах сидели там по 30 человек. В кузовах. А у них маленькие джипчики, наверное, такие, да, по 9. Да, у них шевролеты. Шевролеты. Да, они здесь на машинах, все, тут встретились, поговорили, даже выпили. Ну, вот, понятно. Да. А говорили у как? Них... Через переводчика, да? Переводчик, да, переводчики был. Были. У них переводчики были. Встреча была хорошая, положительная. Это. Так мы уехали в Магдебург, и в Магдебурге я... И служил много лет. То есть вы после победы еще остались там служить, да? Я после победы еще, после войны я остался еще, служил 5 лет. 5 лет, ага. То есть вы 5 лет служили в Германии, да? В Германии. Всего 6,5 лет, чтобы я служил. А еще мы поговорили об отношениях с немецким населением. Немцы, я бы не сказал, что они были... Как во войну, то, что нам говорили... Ну, не, то, что... не фашисты, скажем так, да? Нет. Они, было спокойно. Ну, у нас часть была хорошая, все. И немцы к нам не лезли, мы к ним не лезли. И воспринимали хорошо, только в то время, до конца даже вот моей службы, увольнительных не давали. Не давали? Нет. То есть все время в части были, да? Все в части. Увольнительных не давали. Но было строго очень, это был и указ правительства, с немцами никаких общений. Никаких общений, понятно. Абсолютно ни разговоров, никаких ничего. Это было строго очень заведено. За жительство с немцами не разрешено. Не дай бог. Очень был приказ строгий за мародерство. Это с нашей стороны. Что если было уже потом, когда война уже закончилась, все вроде нормально, тоже было. Не наши солдаты где-то служили, где-то делали нарушения. Какой-то, но это было очень строго. Вплоть до того, что судили. Судили даже, да? Судили, и был приказ, это объявили по всем частям. Объявили, значит, если за мародерство, или там, или что-то ты натворил, или там изнасилование, или что-то натворил, если точно определят, суд тебе, и главное, что армии не рассчитываться, разжалуют в рядовые, все, и тебе уже ничего не остается делать, и тюрьма. Вы можете вообще сравнить вот войну, которая была тогда, в которой вы принимали участие, и вот то, что сейчас происходит между Россией и Украиной? Тут разница совсем. Большая? Ну как вот. У нас ведь, вот как было, да, идет фронт, допустим, наступление.
сделали наступление, взяли какую-то деревню. Угу. Ее взяли, и все, никого не трогали, никого, угу. Жителей мирных или женщин, это все нельзя было. Ушли бы, их освободили, угу. И ушли дальше. Ушли дальше, да? Угу. Ушли дальше. А здесь оккупировали всю, говорится, Украину. Ну, часть Украины, часть. Не все. Да. Там, да, все еще дальше. И сейчас они хозяйничают, как хотят. Да, да. А мы уже не хозяева. Ага. В то время этого не было. Что вот взяли деревню или какой-то город, освободили его. Мы вышли, они пусть ждут, а мы ушли, мы их все, не трогаем. Да, все, вы их не трогаете. Нет. Мы, ага. Не имели права на это. Ни в коем случае. А здесь оккупируют, могут и сегодня бомбить, могут, да. Завтра бомбить. А мы уже вертаться не могли, не имели права никого. Мы должны идти вперед до конца, пока мы не победим их. То есть можно, в принципе, вот сейчас вот эту вот русскую армию, российскую, да, сравнить, ну, с фашистской армией, скажем так, вот с тем, с кем мы воевали? Ну, по поступкам, по тому, как она относится к населению, с вашей точки зрения. Вполне. Вполне, да? Вполне. Угу. Причем даже, наверное, вполне. С ярами... Здесь, я считаю, даже хуже. Даже хуже. То есть это фактически эсэсовские войска были, да? Да. Где в принципе... Здесь же детей убивают. Да. Если, ну, там год, что бомбы там или снарядами разбили, что взяли деревню или город... Угу. И его оставили, как он есть. Ну да. А здесь вертаются обратно, и обратно не выдумывают. И добивают, да. И добивают, и мародерничают, и так далее. И да. Считается не с детьми, или от какого-то отключения света. Мы свет никакой никому не отключали, они как жили, так они и живут. В то время тяжелее было грабить. Или, ну, хоть грабить, хоть воровать, или что-то даже... Зашел в город или в деревню, чтобы что-то взять. Мне тяжелее было, допустим, так вот, каждому. Потому что у нас ничего не было и некуда девать было. У нас ведь все, свое только оружие и сзади весь мешок. А сейчас на таких машинах ездят, они грузят, они из стиральной машины... Возят, и все, да, все грузят, танк, и поехал, и даже ничего не считают ни в чем. А ты куда возьмешь? Ну, возьмешь ли там что-то, много там мешок. В мешке надо иметь гранатки, себе сухой паёчек, то, что ну, лопатку там и прочее. Да. Вот что набивается туда, в этот мешок. А больше некуда. Да. Так что была бы повозка, что ну, надо. Это невозможно было ни одному солдату даже. А после войны только разрешили 10 килограмм. Можно было посылку отправить там для своих или что-то. Но что законно, ты купил. Ну, что купил. Все проверялось. Абсолютно. И письма проверяли все. Письма. Там нельзя было писать абсолютно ничего. Привет, там избирается. Даже где вы находитесь, я знаю, да, я читал. Магдебурга, дальше и все. И больше все. Никаких слов. Лично там все убирали или вообще. Там, да. Я вообще не представляю, это какая-то другая война, с моей точки зрения, это как нечеловеческая война. Это вот такое ощущение, что мы воюем с инопланетянами, с какими-то другими. Хотя вообще сложно представить. Русские, украинцы, вы же воевали вместе. Вы же друг друга знаете. Мы вместе воевали. У нас сколько украинцев было, сколько. Мы вместе, мы там были как братья. Да, да. Мы же даже, когда уже демилитаризовать стали, все фотокарточки, там писали, подписывали друг другу, да? Друг другу и списывали даже все время. Сейчас уж детским все почти уже ушли. Да, возраст уже серьезный, да. Да, вот уже ушли. А так мы друг друга знали долгие годы. Вот. Ну, кто-то куда-то уедет, если я вспомнит, опять напишет письмо. Вот мы это
переписку все время держали и верили. А в гости не ездили друг к другу? Или ездили? Ну, почему не ездили? Ездили. Я вот, допустим, в Калининград ездил отдыхать, я попутно заезжал. К своим однополчанам. Да, с однополчанами, я там с двумя встречался там. Почему? Специально не так. Это не ездили, что специально. А отпуск есть, куда поехал. Поехать, поеду к дружку. И он пишет, приезжай, пожалуйста, там. Встречу, да, поговорим, пока поговорим, вспомним. Да, есть старое, да, есть свое да. отношение. Ну, старое, время. Вам 18 лет тогда было. Какое же вы старое, вспомните? Молодость свою вспоминаю. Так, как вы, я уже пришел в 25 лет. Ну, уже, да, да, вы уже через 5 лет пришли, да. Да, в 6,5 я отключил, да, отбухал, как говорится. Да. И мы тогда уже в возрасте 25 лет было уже. В Германии неплохо. Угу. Неплохо. Жили хорошо, платили хорошо. Угу. Солдатам платили там больше, чем в России. Угу. Потому что там марки, а с рублем ну, разница была. Да. Была, да. Угу. Так платили 30 рублей, угу. а нам там платили 70 марок. Угу. А буханка хлеба у них, или батон, 20 фенигов. Это, ну, два, да. это 10, одна пятая часть. По нашему 10 копеек. 10 копеек. Угу. Один гдум. Да. Было. Так что можно было даже 70 марок купил, угу. то есть получил угу. солдат, он может даже идти в магазин, да, там, купить взять хлеба, да, что-то и отправить даже своим. Домой, да. Да. Угу. Ну, туфельки, допустим. Что вы домой отправляли? Не помните? 40 марок стоили. Угу. Я вот себе, допустим, сам взял, когда уже угу. поехали, уже домой демилитовался. Пришел, все 40 марок туфельки. Купил и отправил, да? Да. А потом приехали и носили их, да? Когда конечно. И матери отправлял. Угу. Так, то же самое. Что-нибудь купишь там такого. И угу. отправишь, и все. 10 килограмм можно было отправить всегда. Угу. С офицерскому составу, там, высшему офицерскому составу, угу. там до легковой машины. А. Даже вот такое, такое да. было. Ну, понятно. Ну, да. это понятно. Победа, они заслужили, все, каждый заслужил. Ну, да. ну конечно, что там. А что сейчас на Украине происходит, я даже никак не могу понять, ну, это представить даже страшно. Что у Путина в башке? Да, в башке, да, башка. Голову простите, вы башка, простите. Да. Ну, иного никак. Да, да. Я согласен. Это мое, не, угу. как говорится, выражение такое. Угу. Что я считаю вообще... Фашистом. Ну, угу. Главным фашистом России. Он фашист. Да, фашист. Он даже хуже Гитлера. Да, я с вами согласен. Вот. Потому что много чего вы рассказываете, я, наверное, и вот как бы, ну, эсэсовские ну, войска как бы отдельно, фашистские, самые жесткие. И, наверное, да, наверное, да. Ну, это, ну этот ведь сумел всю Россию да. воспитать, да. что его боятся даже слова да. сказать. Боятся, да. Это ужас. Да. Вот, наверное, вот такой вот беседы у нас в России, будь я российским журналистом, и вы российским, ну, как бы, ветераном, у нас бы не получилось, наверное. Потому что вы боялись что-то сказать лишнее, а я бы боялся спросить что-то лишнее. Так, ну, а что делать? Что делать-то? Мы даже вот разговариваем, допустим, я с Россией, там есть знакомые, вот, я разговаривал не один раз. Разговаривал, спрашиваю, что был, как там у вас в России? Они удивляются, у нас хорошо, у нас, хорошо. А, да, у них... нас Путин, мы ему верим, да. Путин у них вообще. Божество. Это Бог. 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 Ну вот. Да. Кириллку еще он бы повесить тоже. Патриарх. Российский патриарх, вот. Да, я понял, да. Вот. Да, он там и тоже много мутит, я с вами согласен, да. Да, да. да и фактически да. он за войну борется, да. Белорусского тоже бы потрясти бы. Да. Дед, да. да. Лукашенко, да, Лукашенко согласен. Надо было тоже за ногу их берёзе. Их надо судить.
судить, привлекать, карать. Не то что вообще это не люди. Да, это я согласен. Это не люди. Да. Разве это люди не считаются ни детьми, ни женщинами? Причем тут, ну, я воюю, я имею оружие. Как было в то время? Если немец идет такой, его никто не трогает. Он без ни оружия нет, ничего нет. А если он с оружием, его ну, сразу забирают. Враг, да. Да. А здесь его, он что хочет, то и творит. Ведь вот недалеко наш, как говорится, Чернигов. Вот. Я ездил там, ездил не один раз, а не два раз проезжал. И у 70%, как говорится, разбомбили. Да, разбомбили. Но при чем тут люди? При чем эти дома? Для чего их ломать? Их ведь надо обратно. Ведь строить людям-то все равно. Конечно. Надо где-то жить. Воду отключают, электричество отключают. Это не то, это не люди, это звери. Да. Звери и то лучше. Да. Наверное. Ну, наверное. Я думаю, волки и то лучше. Да. Он поел, сколько съел и ушел. Да. А эти долбят и долбят и долбят. Михаил Дмитриевич последние 20 лет проживает в Украине. Это ведь не один день. Я уже привык, я уже... Мне Россия уже не нужна. Понятно. И я ее... Я на нее даже и не слушаю сейчас уже. Ну. Она все кругом... Путина? Ну, она кругом врет все. Врет, совершенно сам. Вот с чем-то и дело-то. И такую гадость делает, такую гадость, даже несмотря не жалеет ни детей, ни взрослых, никого. Как все равно слон топчет тут всех, и все. Но его надо было как-то вот прицелиться. Успокоить его, да. Надо бы найти какого-нибудь ветерана, чтобы он там его пристрелил где-нибудь. Я бы запросто. В бункере, да? Вообще бы запечатать, и пусть бы там гниет. Да, да. Не было руководителей в России, и их не будет. Да, их, я тут могу только с вами согласиться. Их и раньше на хороших не было. Да, да. Да, то застой, то простой. Угу, да. То паразит какой-нибудь. Ну, вот. Страна такая, нация такая, поэтому как бы, что тут сказать? Да вроде нация, но в войну. Ведь все жили дружной семьей. Все дружной семьей жили. А война закончилась. Тоже все старались, работали, все. Зарабатывали что-то или строили. А получилось, вот тебе образ. И главное, кто обратно же воспитал, обратно же кто? Руководитель. Комитет государственной безопасности всю воспитал Россию, его. Он всю Россию перечитал. Да. Это да. Ужас. Комитет глубинного бурения его воспитал. Ну, что поделать. К сожалению, такой руководитель у них, он неприятен. Я думаю, что вот вы как, вы себя русским считаете уже или украинцем? Кто вы? Кто вы, русский или украинец? Сейчас? Да. Я сейчас думаю, что, ну, пока по документам, как бы русский. Русский, да. Но по духу? Но по духу и по желанию я хочу быть украинцем и хочу украинский паспорт даже получить. О, и жить, нормально. И жить именно вот здесь, жить в Украине. Ще треба мову вивчити, и все буде гаразд. Мне уже Россия не нужна. Понятно. Не было жизни там. Там никакой жизни не было. Там тоже было. Господи, хоть и жили, это не жизнь была. Это колония. В Украине краще. Лучше в Украине. Конечно. Ну что, я вот 20 лет живу, меня никто в Лёшку не сказал. Все привечают. Я здесь почти каждый год на День Победы ходил. Меня приглашают. Даже приняли меня в Совет ветеранов. Ну. Да, я писал заявление, и меня приняли в Совет ветеранов. Я состою уже здесь, в Совете ветеранов. Вот. Да. Так что меня здесь, наоборот, приветствуют
не обижают. Не обижают, обижать. Нет, не обижают, нет. Здесь меня приветствуют, и с соседями хорошо живем, все живем хорошо. Это однозначно. А сейчас я уже считаю себя законным и угру украинцем. У меня, я переехал еще даже не зря. У меня здесь все-таки родной брат на Украине лежит. В братской могиле. В братской могиле, да? Да. То есть, а брат погиб в Украине, получается, да? Да, на Полтавшине, село Гончары. Ага, Гончары. Есть такое. Есть такое, да. Вот. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Я считаю, что это была, ну, наверное, это была праведная война. Война Советского Союза против фашистской Германии. И печально, что сейчас вот Украина воюет с фашистской Россией, что очень обидно за россиян. Конечно. Там хоть воевали, но воевали действительно... Ну, за родину, за родину, семью, за землю, за свою. И действительно да. Надо было его, этого паразита выгонять, гнать. Да, да. Да. А вот эти-то мы-то жили, а те тут. Эти, свои друг друга считали, что как родные. И вот, они вот что творят. Ну, вот такой плохой у нас старший брат. Да и братом-то его уже назвать нельзя, раз да, он так себя ведет. Какой брат? Да. Разве это брат? Да, да. Чужой родственник. Брат. Да, такой. Какой это брат? Нехрест какой-то, да. Да нет, это не брат. Это хуже врага. Это враг. Враг. Да. Враг, это враг. И их надо как-то искоренять и уничтожать. Да, и наказывать очень серьезно. Чтобы и следующее поколение понимало, что с друзьями, с братьями так не поступают. Спасибо еще раз. Почему, с Днем Победы вас. Ну, вот я что хочу сказать. Почему вот все страны, почему не могут помочь Украине? Я вот не пойму. Вот даже в войну России было тоже тяжело. Правда, Америка долго тянула резину. Да, тоже. И второй фронт не открывала, и ленд-лиз не давала. Да. Все уже, американцы приняли, и ленд-лиз в Украину тоже, идет. Но тоже, когда последний, тоже ведь и сошел уже наши солдаты, все. Надо было все-таки какую-то маленькую помощь. Да, нет, ну они в конце войны объединялись уже, да. Хоть поздно, но открыли, второй фронт открыли фронт, да. И смотришь, война... Легче пошло, врага жить, да? Каких-то полгода, и война закончилась. Да. Вот что. Есть такая почему бы тоже от той же Америки, да. Почему тоже бы не так вот не помочь? Где-то вот это уже, как говорится, Лукашенко даже, я вот сейчас скажу. Ой, ну, вот этот, помощник такой. Нет, я о чем? Что он сделал для России плацдарм. Да. Заезжайте, выезжайте, железная дорога тебе, да. Путин, все тебе, заезжай, выезжай в любое время, делай как хочешь. Да. Почему? А если бы вот так бы кучка, там НАТО или что-то, вот это, прикрыли бы вот эту гадость, и война бы закончилась. Дозвольте вас, вам подякувати за таку теплу зустріч у залах музею і вам вручити такий від територіальної громади подаруночок. Спасибо. Дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. Живіть, радуйтесь. Да. Я радуюсь, я дуже радуюсь. Я хорошо живу. У мене дуже... Хорошая семья, как говорится, и я живу просто, мне такой жизни больше не идти. Мы пожелали Михаилу Дмитриевичу крепкого здоровья и договорились. Следующая встреча будет 9 мая в следующем году. Дякую вам за розмову. Це була дуже гарна розмова. Спогади. Я думаю, що вам це теж було цікаво. До побачення, до нових зустрічей. І ветеранів Другої світової. Всі святом!